Простите, Маргарита Ильичевна, как здоровье Николая Николаевича? Очень плохо. Проходите. Дети. Ему совсем плохо. Тропическая лихорадка. Всякий раз, подходя к его двери, я читаю молитву. Маргарита. Маргарита, друг мой, идите сюда. Иду, иду, дорогой. Ах, боже мой, ну зачем вы себя так мучите? Ведь все равно ничего нельзя изменить. Успокойтесь, ради бога. Возьмите бумагу и чернила. Это будет телеграмма. Вы готовы? Да, дорогой. Берлин. Канцлеру Бисмарку. Туземцы Новой Гвинеи протестуют против присоединения их земли в Германии. Подпись Маклай. Отправьте тотчас. В чем дело, дорогой коллега? Что случилось? Германия объявила об окончательном присоединении к северо-восточной части Новой Гвинеи Германской империи. Как я был доверчив. Я сам облегчил немцам их бесчестное дело. Успокойтесь, Николай Николаевич. Поберегите себя. Я пришел сообщить вам приятную новость. Географическое общество решило издать ваши труды. Мне поручено составить краткое описание вашей жизни. Если позволите, мне необходимы некоторые сведения, факты, даты. Поздно, поздно. Впрочем, спрашивайте. Итак, дорогой коллега, где и когда вы родились? В 1846 году в селе Рождественском близ города Боровичей. Ваш отец, насколько мне известно, инженер, капитан Миклуха, был одним из строителей первой железной дороги в России. Да. Учились в Петербургском университете, а затем в Лейпциге, Вене. Да, в Вене. Когда предприняли первые путешествия? В 1866 году. Мадейра, Канарские острова, Тенерифе, Гран-Канария, Лансарота. Потом? В 67-м году Мессина. В следующем Красное море. Аравия. Знаете, у меня привычка с детства. У меня многое связано в жизни с бумажным и корабликом. Но вряд ли такой корвет доставил вас впервые к берегам Новой Гвинеи. Да. Новая Гвинея. Да-да, я слушаю. Вся жизнь моя тогда сосредоточилась в этом обширном плане путешествий на острова Океании. Готовился я долго. Наконец, в 1869 году делал сообщение в географическом обществе. Это было 18 лет тому назад. Не буду более останавливаться на задачах моих ботанических и зоологических исследований. Главное для меня – изучение цветного человека. В повседневном общении с туземцами Новой Гвинеи я смогу собственными глазами увидеть, что такое темнокожий рас. Так ли глубоки их отличия от нас, белых людей, как принято об этом думать. Как видите, я не предлагаю никакой предвзятой теории. Цель моего путешествия – непосредственные наблюдения. На этом, милостивые государи, разрешите закончить. С вашего разрешения, господа,
Объявляю небольшой перерыв. Вы не знакомы, Николай Николаевич? Доктор Брандлер. Наш берлинский коллега. Неплохо, Маклай. Очень рад. Вы вряд ли меня помните, но мы встречались с вами в Лейпциге. В университете, да-да-да-да. Вы помните? Господа, вы слышали? Итак, вы утверждаете, что все мы люди произошли от одного и того же предка. Вы моногенист. Как вы знаете, я ничего пока не утверждаю. Я верю только фактам. Но у меня есть основания сомневаться в правильности выводов Земеринга, Фохта, Бурмайстера, которые утверждают, что есть принципиальные различия между белыми и цветными народами. В анатомии скелета, в строении черепа, в распределении волос на голове. Материал этих авторов беден, наблюдения поверхностные, обобщение опасно. Прошу. Благодарю. С вашего разрешения. Прошу. Прокладывая непроходимую пропасть между человеческими расами, они тем самым утверждают, что цветные расы являются низшими. И самой природой обречены остаться в подчинении высшей, то есть белой расы. Но меня сейчас не интересуют общественные выводы. Меня интересуют только факты. Я тоже верю только в факты. Ваш проект чрезвычайно интересен. Скажу более, я восхищен вашим благородным намерением распутать тайну человеческих рас. Мои намерения более скромны. Но разрешите задать один вопрос. Прошу вас. Не кажется ли вам, что Новая Гвинея слишком далека от Петербурга? Николай Николаевич, Совет общества решил поддержать ваше смелое начинание. Но, к сожалению, мы не можем полностью гарантировать расходы по экспедиции. Мы можем вам предложить лишь скромную сумму. 1350 рублей. Я обернулся и увидел непроницаемое лицо доктора Брандлера, с которым мне действительно суждено было встретиться на своем пути. Итого у меня осталось 82 рубля 50 копеек. Я плыл к берегам Новой Гвинеи на учебном судне, совершавшем кругосветный рейс. В этот вечер в Рио-де-Жанейро наше судно пополняло запасы продовольствия. Хотел вас будить, господин Маклай. Доктор Брандлер? Я вам говорил, что мы с вами встретимся. Очень рад. Я, кажется, заснул сидя, да? А я вот, с сожалением, обнаружил, что у вас осталось всего лишь 82 рубля 50 копеек. Познакомьтесь. Мисс Маргарита Робертсон, дочь бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса. Ее компаньонка миссис Лоуренс. Очень приятный Миклуха Маклай. Ну, а вы куда направляетесь? Сидней. Прошу. Кажется, мой зонтик уже превратился в щепки. Простите. Ненадолго? Не очень любезно, господин Маклай. По-моему, извинился. Этого мало. Вы же сломали мой зонт. Нет, что, сувенир? Может быть. Уж не хотите, чтобы я его починил? Не только хочу, а требую. В чем заключается наука раз? Ну, говорите, говорите. Вам, вероятно, известны те физические особенности, по которым можно отличить типичного китайца от голландца, туземца Австралии от африканского негра и так далее. Да. Так вот, нередко народы разных рас могут быть очень близкими по культуре и говорить на одном языке, и наоборот. Народы одной расы могут резко отличаться друг от друга по уровню культуры и говорить на разных языках. А какое разнообразие языков среди индейцев Америки? А ведь они, в сущности, принадлежат к одной расе. А различия в культуре
Сравните полудиких охотников прерий и древних инков, творцов великого государства Солнца, которые в доколумбовой Америке создали прекрасные памятники архитектуры, на сотни километров провели каменные водопроводы в Андах, придумали счетные приборы для государственной статистики. Мы не хуже древних инков, и у нас с вами будет прекрасный зонтик. Да, но все-таки темнокожие люди ниже нас, белых, по культуре. А всегда ли это было? Вы, вероятно, учились в колледже? О, у меня были очень хорошие отметки. Следовательно, мы должны помнить, что египтяне были более темнокожие, чем мы с вами. И, несмотря на это, им мы обязаны первыми успехами нашей цивилизации. Геометрия и химия родились в их стране. Химия происходит от греческого слова «хеми», что означает «Египет». О, как много вы знаете. Как хорошо смотреть на океан, когда вы говорите. Не надо просыпаться. Скажите мне что-нибудь. Когда мы будем в Вальпараисо? Дней через 8. В Вальпараисо мы должны пересесть на пакет-бот, идущий в Сидней. Я, мисс Лоуренс, доктор Брандлер. Маргарита? Да. Нет, ничего. Мне просто приятно сказать. Маргарита. Впрочем, я давно хотел спросить вас, что связывает вас с доктором Брандлером? Брандлер давнишний приятель моего отца. И только? Ну, разумеется. Я сейчас скажу вам очень странную вещь. Только обещайте мне ничего не отвечать. Я обещаю, Маргарита. Через 8 дней мы были уже в Вальпараисо. Ты запомни твердо все, что я тебе сказал. К Новому году на Новую Гвинею за тобой зайдет какое-нибудь судно. А пока ты будешь с господином Маклаем, я буду платить тебе в 3 раза больше. Клянусь моей покойной старушкой, я не понимаю, хозяин, что мне надо делать? Наблюдать за каждым его шагом. Ты должен знать о всех его планах, намерениях. Помни, где он хранит свои дневники, записи, и на случай смерти, которая вполне вероятна, от твоей сообразительности будет зависеть многое. Можете быть спокойны, хозяин. Да хранит вас Пресвятая Дева. И целый день я бродил один по незнакомому городу. Когда я вернулся на корабль, была уже ночь. Я стоял в жаркой и смутной мгле и думал о Маргарите и своей будущей жизни на острове. Вы! Там на столике я оставила тетрадь. Я бы хотела, чтобы вы в ней вели свой дневник. Вот, пожалуй, все. Ваш зонтик. Оставьте его себе. Он вам пригодится. Он похож на старого господина. Правда? Он нас познакомил. Я буду ждать вас. Мое путешествие может затянуться. Это все равно. Я могу не вернуться совсем. Я буду ждать вас всю жизнь.
берег. Николай Николаевич, это безумие. Возьмите с собой хотя бы несколько матросов. Вооруженные люди только напугают туземцев. В первую разведку мы отправимся втроем. В таком случае обещайте. Если будет угрожать опасность, выстрелите из револьвера. Мы будем наготове. Павел Николаевич, предоставьте мне действовать самому. Томпсон, повторяю, оружие с собой не брать. Почему, хозяин? Чтобы не было соблазна выстрелить. Понятно, хозяин. Сжигало почти детское нетерпение. Первые упоминания о Новой Гвинее относятся к 1515 году. Но никогда нога европейца не вступала на этот берег. Он оставался далеким и никому неведомым. Не нравится мне все это, хозяин. Клянусь моей покойной старушкой, эти скоты попрятались и угостят нас стрелами. Все-таки взяли оружие, Томпсон? Зря. Зря, хозяин. Хозяин, человек. Вы останетесь здесь, возле лодки. Я пойду один. Неведомая природа, которая раньше являлась лишь в снах. В лесу было тихо, так бесконечно тихо, что я слышал стук собственного сердца. Среди молчаливого тропического леса, которому предстояло стать моей лабораторией, я чувствовал себя единственным человеком на Земле, безраздельно слитым с природой. Древнее орудие смерти вернуло меня к жизни. Я подумал, почему именно когда я наклонился над костром, у меня полетели стрелы. Тогда я не знал, что пасы не умеют добывать огонь. Если бы я потушил костер, им пришлось бы идти за огнем в соседнюю деревню. Эти люди, появившиеся внезапно со всех сторон, поддерживали на своем острове вечный огонь.
В это мгновение я заметил наконечник копья, сделанный из камня, и понял, что нахожу среди людей каменного века. Какое счастье, что я не взял с собой оружие. Вряд ли у меня хватило бы выдержки не застрелить этого парня. Сказать этим людям, что не имею по отношению к ним никаких враждебных намерений, но вместе с тем и не боюсь их. Я решил дать им понять, что твердо намерен вздремнуть под направленными на меня копьями. Но тут произошло самое удивительное. Я так устал от напряжения, лежать в тени на циновке было так хорошо и спокойно, что очень скоро я действительно уснул. Я проспал, вероятно, часа два. Маклай. Ор. Каренду. Маклай. Знакомство состоялось. Это делается водка. Не желая навязывать обитателям острова своего постоянного присутствия, я выбрал место для жилья в значительном отдалении от деревни, которую впервые посетил, и которая, как я выяснил, называлась Гаренду. Чернышевский, Тургенев, Толстой. Толстой в Новой Гвинее. Неудивительно ли это, Николай Николаевич? Хозяин, опять явился ваш новый приятель. Здравствуй. Томас Бондо, Томас Каренда. Название деревень. Томас Маклай. Мне кажется, Кузнебец хочет сказать, как только уйдет корвет, явятся люди из Бонгу, из Горенду. Да-да, убьют и всех нас убьют. Это ясно, Труземец нас предостерегает. Вот в этих цилиндрах будут храниться самые важные записи и дневники. Если через год, через полтора вы или другие русские моряки зайдете сюда и не застанете меня в живых, все понимаю, Николай Николаевич. Где же вы зароете эти цилиндры? Вот под этим деревом. Все, что будет найдено под этим деревом, должно быть передано вместе с моим завещанием Российской Академии Наук. Вот, кажется, и все. Господа, вы еще на моей панихиде. Давайте прощаться. Посидим по-русскому обычаю. Прощайте, Николай Николаевич. Нет. До свидания. Россия гордится вами.
я каждую ночь буду писать вам письма, Маргарита, которые вы никогда не получите и никогда не прочтете. Идут. Так будет продолжаться каждую ночь. Вы слишком впечатлительны, Томпсон, для вашего телосложения. Бой! Здесь еще змея. Молодец. Все равно мы тут все сдохнем. Отныне моя цель — понять окружающих. Землетрясение. Это в горах. Клянусь, на этом острове родился сам дьявол. Что вы там рассматриваете, хозяин? Волосы моего приятеля Ура. Решили найти в ней дьявольский улов? Нет. Доказательство некоторых человеческих заблуждений. Земцы острова умели строить прекрасные суда. Они самостоятельно дошли до изобретения письменности. Фигуры на деревьях, на пирогах, на щитах представляют собой не что иное, как первые проявления так называемого идеографического письма. Хотелось поражаться уму и сообразительности туземцев. Однажды очертил географическую карту бухты. Ур не только прекрасно понял смысл моего занятия, но сумел исправить мою ошибку, хотя ранее никогда не видал ни карандаша, ни бумаги. Всю работу они делали примитивными орудиями, каменными топорами, обломками раковин, бамбуковыми ножами, и можно было только удивляться их ловкости.
вчерашней маской дикаря, я хотел разглядеть лицо человека и разгадать историю его расы. Свойства волос и размеры черепа папуасов, как я постепенно убеждаюсь, не дают решающих признаков расы. Однако мне еще не хватает хронологического материала, не хватает доказательств. Пустите! Что, Томпсон? У боя опять шестерка. Смотрите, хозяин, что он принес. Какую пакость. Молодец, бой. А вы, Томпсон, болван. Не удивляюсь, что вы всегда проигрываете. Да я просил боя раздобыть мне череп. Молодец, бой. Я тебе еще пересчитаю кости. Необычайно. Широкоголовый череп папуаса. Все антропологи мира считали длинноголовость одним из основных свойств папуасов. Да, 83. Вы понимаете, Томпсон, что это значит? Клянусь моей покойной матерью, я ни дьявола не понимаю, хозяин. Если это не аномалия и не случайность, то это значит, что строение черепа действительно не является решающим признаком расы. Хозяин, там опять пришел ваш учитель папуасского языка. Иду, иду. Что с тобой? Я нашел это там, за большими болотами. На этом острове даже скелет может схватить лихорадку. Томпсон, дайте ему хину. Ур приходил теперь каждый день. Почти всегда его сопровождали несколько вооруженных туземцев. Они наблюдали за каждым моим шагом, изучали меня. Даже интересно, когда эти парни своими каменными ножами перережут нам глотки? Займитесь обедом, Томпсон. Как звать? Дундерла. Нет, звать как? У нее еще нет имени. Не Адеби, Тамарусы МБ. Он говорит, пусть Тамарус даст имя. Тамарус и МБ. Иди ко мне. Так. Назовем ее Мария. 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 На, скорее, на. Вот. А вырастешь большая, подарю тебе вот эти часы. Так, ну вот. Ну вот, вырастешь и будешь помнить крестного. Иглябляли. Как это называется? Голова, череп, как? Гате. Гате? Мне нужно много гате для работы, много, много. Алина, бригадистан была гате, прилонгли мдоль, и гордость была, бригадистан гате, млегу. Он говорит, в аренду нет мертвых. Ур пойдет за гате в дальние деревни. Там много мертвых. Там была война. Ур принесет много, очень много гате. Шесть длинноголовых и семь широкоголовых. Теперь я располагаю неопровержимыми доказательствами. Не бойся, у тебя лихорадка. Ты скоро поправишься. Ур принес много гате. Это очень важно, бой. Очень важно. Почему у вас дрожит рука, хозяин? Пустяки. Я просто немного знобит. Надо выпить коньяку. Кто здесь? Кто здесь? Бой. Бой. Он ним. Отдай бой. Бой заболел. Лихорадка. А Маклай хочет спать. Идите.
Уходи. Оним. Уходи. Оним. Малу сказал, оним, колдовство. Они думают, Маклай, колдун, мучает боя. У меня темная кожа, как у них. Они хотят спасти боя. Если я умру, они убьют вас и сожгут ваш дом. Берегитесь, хозяев. Спи, спи. И ничего не бойся. А выпьем мы как-нибудь в другой раз, Томпсон. Да-да, другой раз. Весь декабрь продолжались ливни. Муравьи проели крышу, и она протекала, как решето. Запасы пищи приходили к концу. Туземцы, видим, только ждали случая, чтобы с нами расправиться. Я думал о Маргарите и о том, что было бы очень досадно уметь именно теперь, когда многое уже понял и сделал. Декабря. В этот день во всяком деревенском доме русская мать ставит на каждую в семье на ветру по полену. Чье полено к утру упадет, тому в наступающем году смерть. Поставьте для меня полено, хозяин. Бойся, мальчик, ты не умрешь. А полено нам пригодится, чтобы приготовить новогодний ужин. А сейчас у нас в России зима. Зима. Морозы. Вот все, что мне удалось подстрелить. Черный кокоду превосходно. Мы приготовим его с тыквой. Первой русской тыквы, выращенной нами на Гвинее. Передо мной стали вооруженные люди из Гаренду, из Бонгу и Гаримы. Что вам нужно? Зачем вы пришли сюда? Ой, он не Маклай. Отдай бой. Отдай бой. Отдай бой. Отдай бой. Остановите! Уходите! Оним, бой мрет, придут много там, убьют тебя хозяин. Не бойся, мальчик. Убьют тебя хозяин, убьют тебя. Что вы собираетесь делать, хозяин? Зарыть записи и дневники. Перейдите к бою, Томс. Мне оба не нужны. Очередь.
шестерка. Тебе сегодня чертовски везет, приятель. У ним, как говорят эти обезьяны. Хозяин, а парни лучше. У него опять шестерка. Да. Тогда готовьте новогодний ужин, Томпсон. Через 3 часа Новый год. Слышишь, Бой? Бой. Мальчик. Теперь нам конец. Надо как можно скорее похоронить его хозяина, пока не узнали туземцы. Теперь нас только двое. Наступил 1872 год. С Новым годом, Томпсон. Смотрите, они идут к нашему дому. Скорей. Куда? Они сожгут наш дом и убьют нас. Трус. Нет, с меня довольно. Хозяин, вернитесь. Отсюда хоть в море уйти можно. Что случилось? Отдай, бой! Отдай, бой! Вода? Да? Во второй кружке был спирт. Бой улетел. Улетел. Увидев горящую воду и землю, они стали умолять меня не поджигать море. Лишь один Малу еще продолжал сомневаться в моей власти над силами природы. А Маклай может умереть, как тому Горенду, как тому Бонгу. Я не знал, что ответить. Сказать «нет» значило обмануть. Сказать «да» значило самому толкнуть их на убийство. Вдруг меня осенила мысль. Попробуй, может Маклай умереть или нет.
доктор Брандлер? Я всегда вам советовал не особенно церемониться с этими обезьянами. Но, кажется, я поспел вовремя. Как вы сюда попали? Какими судьбами? Зачем? Чтобы распить с вами новогоднюю бутылку вина, дорогой друг. Мы плыли к островам Адмиралтейства. Я решил навестить Гвинею, так как все европейские газеты полны слухов о вашей гибели. Да? Вот, Кронштадтский вестник сообщает о смерти господина Маклая, последовавшей... Что же, от собственного корреспондента? Рана не опасна, но зачем вы стреляли? В ту минуту мне показалось, что Кронштадтский корреспондент недалек от истины. Просто доктор решил познакомить этих баранов с револьвером системы Краус. Но это действительно их первые знакомства. Томпсон, помогите мне перенести его на койку боя. Дурная люнка, хозяин. Помяните мое слово, он скоро бросит якорь в своем черном раю. Мне бы не хотелось, чтобы вы составили ему компанию, дорогой коллега. Очень советую вам немедленно проститься с островом и перебраться ко мне на шхуну. Искренне обязан вам, благодарю, но моя работа здесь еще не закончена. Так, ну теперь мы можем распить бутылку коньяку. Томпсон, пойдемте-ка откопаем наши заветные три звездочки. И так он остается. Прекрасно. Отправляйтесь в ближайшую деревню. Слушай, доктор. Действуйте быстро и бесшумно. Маклай ничего не должен знать о вашей экскурсии. Томпсон укажет вам дорогу. Слушай. Ребята! Они должны очнуться в трюме шхуны. Быстро! Надеюсь, этот Новый год нам обоим принесет удачу. Будем надеяться, коллега. Вы разрешите? Итак, продолжим нашу беседу. Я весь внимание. Расовые особенности в строении черепа, как я убедился, не разделяют резко одну расу от другой. А наоборот, связан у разных рас путем незаметных переходов. Вот перед вами доказательства, коллега. И из этого следует? Что в анатомическом смысле они такие же люди, как мы. Так сказать, наши младшие братья, которым несколько не повезло с воспитанием. Я убежден. А не кажется ли вам, что ваши выводы могут привести к очень опасным обобщениям? Туземцы этого берега обладают всеми способностями для культурного развития. А я вижу, эти туземцы добрейшие люди и не лишены юмора. Но как бы с ними объясняется? Я знаю уж слов 200. Вот словарь составил мне при помощи моего приятеля. Ура! Интересно, интересно. Там земля. Дегароль. Сладкий картофель. Очень интересно. А что вы думаете о практических ресурсах местной природы? Они огромны. Я насчитал здесь до 40 видов полезных растений. Кокосовые саговые пальмы, сахарный банан, ценные плодовые и масличные растения. Я вам говорю, на этом острове родился сам дьявол. Сделано, хозяин. Я тут рассматривал
ваши рисунки. У вас талант настоящего художника. Но что там случилось? На острове вспыхнула война. Война? По какой причине? Ночью были похищены несколько туземцев из деревни Гарен. Пришли ко мне искать защиту. Ну, где зарыты его карты и дневники? Вот здесь, хозяин. Ну, скорее. Клянусь, вы будете мной довольны. Я знаю, ты жаден и глуп, и это прекрасно. Еще немного, и ты заработаешь себе спокойную старость. У тебя будут честные дети, маленькие внуки, которым ты будешь рассказывать добрые матросские сказки. Ну, скорее, скорее, скорее. Сколько я понимаю, местный климат вреден господину Маклаю. Он умрет. Больше того, он умрет очень скоро. Все в твоих руках, Томпсон. Ясно? Вы страшный человек, хозяин. Какому дьяволу вы служите? Ты вряд ли это поймешь. Есть Германия Бисмарка. Но скоро, Томпсон, очень скоро настанет день, когда наш орел раскинет свои крылья над всеми морями и океанами мира. И Германии будут принадлежать все богатства на земле и под землей. Хозяин, пусто. Что вас так удивляет, Томпсон? Я их выкопал ночью, чтобы передать письма для мисс Маргариты. Передали? Нет, раздумал. Доктор Брандер показался мне слишком любопытным человеком. Присматривайте за Малу, Томпсон. Надеюсь, я скоро вернусь. Куда вы собрались, хозяин? Прекратить войну. И вы идете один? Да, Томпсон, бросьте мне зонтик, сегодня здорово припекает. Гаренду друзья, братья. Буры там Гаренду вели там ауби, белые дамы с ружьями. Маклай хочет мира. Табу, мира. Табу! Таму буру, Маклай билен. Маклай лечил Малу. Таму, рус, друг. Маклай, друг, есть анамби. Таму, табу, убивать. Спасибо, Малу. Пусть люди, горимые люди Бонгу, идут к людям Гаренду. Пусть будет мир! Мир! Наступили дни братства и мира. Больше не было войн, пока я жил среди них. Они просили меня навсегда остаться на их острове. Раз приближалась смерть, где страшная лихорадка унесла часть моей жизни,
где в эти долгие месяцы я делил радость и горе с людьми каменного века и узнал их дружбу, я был счастлив. Но мне много еще надо было узнать. Меня ждали новые странствия. Грустью прощался с этим берегом, которому отныне на всех географических картах мира суждено было называться берегом Маклая. Наблюдая туземцев по папу, я понял, что смешение даже таких рас, как папуасское и малайское, не приводит к уродливым дисгармоническим формам. Это было новым доказательством ложности утверждений полигенистов о глубоких видовых различиях между расами человека. Теперь меня влекли смутные известия о том, что на южной оконечности азиатского материка в глубинах неисследованной Малаки обитают темнокожие, курчаволосые племена, подобные неграм. Я должен был это проверить любой ценой. Мы шли уже 14-е сутки, и за все это время не встречали ни одного живого человека. На 28-е сутки проводники отказались идти дальше. Нам тоже лучше вернуться вместе с ними. Мы оба больны, хозяин. Нет. Мы шли уже 70 суток. Бросьте меня. Бросьте, хозяин. Я хотел вас убить. Убить. Вы хороший человек, хозяин. А я служил Брандлеру и ждал вашей смерти. Не верьте ему. Я вам все скажу. Все скажу. Темнокожие люди, напоминающие негров. Значит, малайское население пришло сюда позднее. Положение мое было более чем безнадежным, но я теперь знал, полигенисты ошиблись или солгали. Человеческие расы перемещались по земле. Представление о том, что они возникли независимо друг от друга и не имеют ничего общего в своей родословной, совершенно ошибочно. Да, я был жив. Я не желал пленившим меня дикарям зла, и они сумели это понять. Прошу повтора. Посчитайте, господа. Мистер Маклай, верно ли, что вы получили приглашение прочесть цикл лекций по папскому костюме по нравам чернокожих? Я представитель газеты «Фигаро». Скажите, что вы намерены делать дальше с вашими чернокожими женами? Я не женат, господа, это недоразумение. Мистер Маклай, ваши папуасы умеют плакать. Так же, как мы с вами, но зато им редко приходится улыбаться. Ради бога, пощадите, господа. Австралийская газетка «Синдикат» хотел бы издать ваши дневники. Прежде всего, я хотел бы издать их в России. Господа. Каким образом вы прекратили войну среди папуасов?
Некоторые газеты утверждают, что за всю жизнь вы не сделали ни одного выстрела в человека. Если это так, то чем вы были вооружены? Антропологическим циркулем и вот этим зонтиком. Но ради бога, пощадите, господа. Господин консул, Федор Иванович, мои письма, мой багаж. Письма уже отправлены, а багаже я позабочен. Приятненько, ваши ближайшие планы. Рассказать правду о том, что я видел. Выезжай. Я знала, что вы вернетесь. Маргарита? Нет, нет. Ничего не говори. Помолчи немного. А теперь ответьте мне. Вы сегодня так много всем отвечали. 7 лет. Это очень большой срок для вас. Если я вам совсем не нужна в жизни, я сейчас же выйду из кареты. Маргарита. Я ушел в совершенно новый мир и нигде не испытывал такого подъема, как на Новой Гвинее, в этой гнилой жаре. Я знаю, я многое о вас знаю. Я переводила ваши статьи для Сиднейского биологического журнала. Значит, вы были моей доброй помощницей? Вас удивляет эта упрямая женщина. 7 лет я молил Бога, чтобы эта женщина оставалась упрямой. Бог был к вам снисходителем. Я расспрашивала, я читала газеты. Из газет я составила ваш точный маршрут за 7 лет. Куда отправился? С Новой Гвинеи? В Гонконг, а затем в Батавию. А из Батавии? В Сингапур, на голландском клипере «Этна». Отлично. А потом? Потом вы были в Сиаме и жили во дворце его величества короля Сиамского. Целый год вы странствовали по островам Адмиралтейства. Помню, вас в колледже были всегда хорошие отметки. Нет. Просто все эти годы я была вместе с вами. Маргарита. А вы? Я думаю, вы узнаете об этом, когда вернетесь домой. Вам почта, мисс Робертсон. Да. Почта? Это все мне? Совершенно верно, мисс Робертсон. Я сойду с ума. Что это значит? От кого это письма? От него. Леди и джентльмены, мне не хотелось бы хвалить особенно мистера Маклая. Он похитил у меня дочь. Но я думаю, что выражу общее мнение, сказав, что мистеру Маклаю удалось завоевать не только любовь папуасов, но и наши горячие симпатии. Моя семья, вся наша сиднейская колония делали великолепные приобретения в лице мистера Маклая. Господа, я растерян. Скажу откровенно, я не смел рассчитывать на столь сердечное радушие. Мы не менее гостеприимны, чем папуасы, сэр. Мы считаем за честь оказать гостеприимство русской науке в лице ее мужественного представителя. Доктор Франклин. Мисс Маргарита, счастлив за вас и сердечно поздравляю. Благодарю вас. Поздравляю, дорогой коллега. Весьма рад снова встретить вас. Что это значит? Не откажите любезности пройти со мной. Простите, дорогая, я сейчас вернусь. Помните Томпсона? Негодяй. Вы очень раскаетесь. И можете быть уверены, что это произойдет достаточно скоро. Джемс, укажите господину Брандеру выход из создавшегося положения.
случилось, дорогой? Все улажено. Я просто кое о чем напомнил доктору Брандлеру. О, это очень влиятельный и опасный человек. Не ссорьтесь с ним. Наш вальс. Через минуту я уже не помнил о Брандлере. В этот далекий вечер все люди вокруг казались мне добрыми, искренне расположенными ко мне. Мы продолжали кружиться посреди опустевшего дома. Мы были счастливы. Мог ли я думать тогда, что во многих англичанах, которые так вечно приняли меня, найду я тайных и непримиримых врагов моего дела, а доктор Брандлер друзей и единомышленников? Но я был слеп и ошибался. Жестоко ошибался. Милый мой труженик, уже утро? Да. И труженику пора отдохнуть. Я должен торопиться. Все эти годы у меня не было времени, чтобы серьезно систематизировать материалы, подготовить вывод. Я скоро кончу. Лорд Стэнли в биологическом журнале утверждает, что строение коры мозга темнокожих совершенно другое, чем у белых. Ну, конечно, все это оказалось совершеннейшим вздором. Будь добра, подай мне препарат 4С. Хорошо. Это здесь? Да-да. Но здесь препарата С4 нет. Как нет? Он здесь. Чего не понимаю? Или... Нет. Казненного темнокожего. Мне будет очень трудно снова достать такой препарат. Я должен его найти, хотя мне пришлось перевернуть всю лабораторию. Почему пропадают именно те материалы, которые мне более всего необходимы для антропологических выводов? Коллекции бабочек, растений, все в полном безукоризненном порядке. Кто-то хочет вырвать из моих рук доказательства, собранные с таким трудом, с таким трудом. Крадут дневники, препараты, травят в газетах. Любуйся. Сознательно хотят задержать подготовку печати моих записок. Ты прочти подпись. Обезьянный барон господин Маклай убеждает орангутангов в том, что они люди, и клянется доказать это всему миру. Глупая шутка. Какое может это иметь отношение... Самое непосредственное. Милый мой, ну не надо так себя мучить. Я не хотел говорить тебе, не хотел огорчать мою добрую помощницу. Но, видно, тебе лучше знать всю правду. Мне угрожают тюрьмой. Кто? Поверенный моего сингапурского банкира. Я должен 12 тысяч долларов, долг накопившийся за время моих странствий. Поверенный требует немедленной уплаты, в противном случае он передает дело в суд. А денег из России все нет. И ты думаешь? Да. Сингапурский банк был в последнее время очень тесно связан с германской ассоциацией торговли и плантаций на южных морях. И я уверен, что досрочные взыскания долга – это одно из звеньев заговора, да, заговора, существующего против меня. Милый ты мой, еще только 8 часов утра. Еще слишком рано, чтобы так серьезно огорчать. И слишком поздно, чтобы серьезно работать. Мы с тобой идем завтракать, а потом гулять. Обратите внимание, утроб, имейте ве утроб, но вот линейский черный какаду попугай.
Говорят на всех языках. Кенгуру с детишками за пазухой. Господа, приобретайте акции Германской ассоциации на южных морях. Господин Маквай, мой привет. Наконец-то вы посетили наш аттракцион. А мы вас ждали. Можете у нас встретить старых приятелей. Обратите внимание. Людоеды в интимной обстановке. Они живут в гнездах из пальмовых листьев. Уголок райской природы. Леди джентльмены, людоеды в кругу семьи. Новогвинейский рай за 3 шиллинга. Ксимайер, мой привет. Надеюсь, вы приобрели акции Германской ассоциации на южных морях. Да, превосходно. Вы не пожалеете, вы будете кушать бананы. Ур! Осторожней, господин Маклай! Разве вы не видите, что он хочет вас съесть? Если бы не полиция, вы бы чутились у него в животе. Ур, ты не узнаешь меня. Дорогой мой, уйдем отсюда. Ур, ведь это я, Маклай. Ах, ты не понимаешь, что он... Дорогой. Это дело рук Брандлера. Не надо говорить сейчас. Ур. Крадут дневники, угрожают тюрьмой. Тень этого человека идет по моим следам. Молчи. Лежи тихо. Я тебя почитаю. Берлин Артагевлад в передовой статье пишет, кому должен принадлежать так называемый Берикман. Почему ты замолчала? Это тебе не интересно. Я прочти. Я прочту лучше спортивную хронику. Кому должен принадлежать так называемый Берикман Клай? Наш категорический ответ — Германии. Германии? Успокойся. Что с тобой? Я не могу больше молчать. Боже мой, куда ты? Я должен немедленно видеть губернатора. Да. Сидней всегда славился своим гостеприимством. Но вот совершенно случайно ко мне попали в руки записные книжки нашего уважаемого путешественника. Миклухи Маклая? Да-да. Они обнаруживают слишком пристальный интерес этого господина к естественным богатствам Океании. И вы полагаете? У меня есть все основания утверждать, что это русский правительственный агент. Я спешил говорить с губернатором, который снисходительно выслушивал клевету Брандлера. Верил ли губернатор ему? Не думаю. Пришел мистер Маклай. Он очень возбужден и просит как можно скорее его принять. Глупец. Я забывал о том, что этих людей связывало тайное участие англичанина в Германской ассоциации на южных морях. Ведь деньги не имеют отечества. Мы еще вернемся к нашему разговору. Но не только это. Англичанин и немцы, несмотря ни на что, связывал инстинкт колониальных господ и смутные предчувствия того, что труды мои могут доказать естественное братство всех людей. Дорогой друг, господин губернатор, в центре Сиднея показывают в клетках живых людей. Таких же людей, как мы с вами. Что же будет на Новой Гвинее? Ах, вы насчет зверинца. Я не разделяю ваше мнение. С этнографической точки зрения, это очень любопытное зрелище. Прошу вас. Недостойное зрелище. Возмутительное зрелище. Сэр, вы прекрасно понимаете, если положение не изменится и отношение к темнокожим не улучшится, они навсегда исчезнут с лица земли. Я понимаю вашу горячность, но, к сожалению, я не уполномочен критиковать действия правительства. Я знаю, вы большой филантроп. Я читал ваши статьи.
И не далее, как сегодня, мне говорил о вас доктор Брандлер. Брандлер? Да. Германия назначила им резидентом на тот берег Новой Гвинеи, который вы так красноречиво описали. Немцы будут, Владимир Маклаев. И я виной этому. Но почему вы, дорогой? Я исследовал этот берег, я писал по богатству, я доверчиво раскрыл все это Брандлер. Теперь, по моим следам, туда придут солдаты, торговцы. И я не в силах помешать. Ой, дорогой друг, мне кажется, что положение не так серьезно, как вам кажется. Германия заявила только претензии, но и силы, которые могут помешать. Англия? Допустим. В английских колониях также торгуют людьми. На правительстве Британии черным пятном лежит истребление австралийцев. Полное уничтожение туземцев в Тасмании. Пусть это вас не волнует, дорогой друг, вы ученый. Предоставьте нам заниматься политикой. Когда-то я тоже так думал. Но я жестоко ошибся. Сперва приходит натуралист. Он доказывает, что цветные народы принадлежат к низшей расе. Что они не люди. Потом приходят солдаты, рабство. История повторяется, сэр. Ну, а Соединенные Штаты Америки? Америка? Разве вы забыли, что в 1844 году министр Соединенных Штатов воспользовался трудами полигниста Гледона, чтобы доказать, что норма гуманности неприменима к неграм, поскольку негр происходит от другого предка и коренным образом отличаются от белых? Но чем вы докажете, дорогой друг, что все люди в истинном смысле братья? Чем? Научным опытом всей своей жизни. Моими коллекциями и доказательствами, которые хранятся у меня в лаборатории. Лаборатория, Гарри. Только дикари. Только дикари. Совершенно верно, сэр. Вот мы поймали парня, который поджег вашу лабораторию. Разрешите мне задать несколько вопросов без свидетелей. Прошу вас, сэр. Почему ты это сделал? Почему? Там Рус продал Ура. Теперь Ур не человек. Показывает Ура белым там в клетке. Я продал тебя белым. Так сказал капитан. Капитан? Хозяин Брандлер сказал, Маклайный друг, сожги его тай. Тебя обманули. Обманули. Он. Пора? Он. Я убью капитана. Я убью Брандлера. Стой! Стой! Самарус, друг. А настоящие дикари на свободе. Брандлер плыл к берегам Новой Гвинеи, а я метался по Сиднею, пытаясь защитить от него обитателей берега Маклая. И над моей пальмовой хижиной, которую туземцы берегли все эти годы, был поднят германский флаг. Брандлер пришел на берег Маклая. Я был уничтожен. Тропической лихорадкой бессонница. Я рвался в Россию, но не было денег, чтобы заплатить долги и вывести коллекцию. Я дошел до полного отчаяния. Я считал свою жизнь напрасно истраченной и погибшей.
вам почта, сэр. Толстой. Маргарита! Маргарита! Письмо. Вот, пожалуйста, вот суд. Скорее, суд. Уважаемый Николай Николаевич, очень рад за присылку брошюр. Я с радостью их прочел, нашел их так. Это не важно. Вот главное. Умиляет и приводит в восхищение вашей деятельности то, что, сколько мне известно, вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек. То есть доброе и общительное существо, в общении с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. Вы доказали это подвигом истинного мужества, которое так редко встречается в нашем обществе. Я не знаю, какой вклад в науку ту, которой вы служите, составит ваши коллекции и открытия. Ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу. В науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, вы сослужите большую и хорошую службу человечеству. Уважающий вас Лев Толстой. Голос России. Теперь я знаю, что мне делать. Цивилизованные торговцы рабами превратили науку в академическое евангелие разбоя и колониальных захватов. Они создали учение о высших и низших расах, основой историческом несоответствии в языке, в уровне материальной и духовной культуры между отдельными народами. Но я утверждаю, что различия в культуре возникали всегда и только в результате исторических причин и превратностей судеб среди отдельных народов, а не в результате неизменных свойств той или другой раз. Все это говорит о том, что на Земле не существует высших и низших рас, так же, как не существует в пределах современного цивилизованного мира рас, сохранившихся в чистом виде. Можно ли говорить о чистоте так называемой англосаксонской расы, когда мы знаем, что британские острова приняли на свою территорию представителей столь различных народов, как кельты, норманы, англосаксы и так далее. Можно ли говорить о чистоте германской расы, господа, когда мы знаем о существовании среди немецкого народа по крайней мере 5 расовых типов? Если бы ваши предки, господа, предки белых людей, очутились в такой же изоляции от остального человечества, как обитатели островов Океании, то вы бы до сих пор ходили в звериных шкурах, а не в сюртуках и цилиндрах. Важнейшие анатомические признаки поразительно сходны у всех человеческих рас без исключения. Если бы разделено основание черепа у современных людей в процентах длины свода, то округленные цифры, господа, вынесут безоговорочный приговор всем теориям о существовании высших и низших рас. Вот округленные цифры, господа, для европейских рас. 27 для меланезийцев и ведов. 27 для негров. 27. Весь опыт науки и самая жизнь опровергают ложь о высших и низших расах. Изучая историю формирования народов и их антропологический состав, наука выносит непоколебимые убеждения о теснейшем родстве всех человеческих рас. Вот, господа, о чем говорят добытые мною в течение этих долгих лет неопровержимые доказательства. Простите, Николай Николаевич, но где же те зримые доказательства, на которые вы ссылаетесь? Вот эта железнодорожная квитанция может спасти мир от многих заблуждений. Кровавых заблуждений. А мои зримые доказательства находится на товарной станции Николаевской железной дороги. К сожалению, у меня нет средств их выкупить. Изнурительная болезнь.
равнодушие, заговор, ложь. А я хотел рассказать правду о человеческих расах. Кому? Обществу, которому нужна эта ложь. Я не завершил своего дела. Но я верю, придет день, когда мое отечество и весь мир освободятся от человеконенавистнических предрассудков, и равноправие всех наций рас станет великим и прекрасным законом всех народов мира.